Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц и Наумерс Радио Шорт Ньюс. Мы редко говорим о таких группах, но Rammstein выпустили новый клип, он 9-минутный, он вызвал волну негодования в Германии. Музыканты оскорбили всех, кого могли, подверглись критике со всех сторон. В песне и клипе подняты серьезные темы, сделано много отсылок. Короче, ребята неплохо потрудились, даже если творчество этой группы в 2019 году вам не очень интересно, посмотреть клип я все же советую. Ну и давайте продолжим немецкую тему, но с группой уже более близкой нам по музыке. Британцы Architects, находясь в туре, а в частности на своем гамбургском концерте, сняли лайв на трек Royal Beggars с нового альбома, и возможно в скором времени группа представит концертный DVD. Забавные ребята из московской группы 3/2, кстати, эта команда состоит всего из двух участников, прям как 21 Pilots, выпустили мини-альбом из 6 треков, называется он злободневно Like Share. Кстати, 5 апреля 3/2 играют в Москве, а 26 мая парни впервые будут в Питере с сольным концертом. Американские металкорщики SLA Dying вернулись в студию, где приступили к записи нового материала. Судя по посту в официальном инстаграме группы, музыканты завершили работу над барабанными партиями, так что ждем металла. А еще из забавного, в третий раз в программе «Вечерний Ургант» в исполнении фруктов я услышал песню с нового альбома «Брингов». Это была «Мантра». И на днях в качестве музыкальных гостей и у Ивана были ребята из группы «Пассаж». Прикольно, что на наших главных федеральных каналах, на которых в основном все очень плохо, хотя бы иногда может промелькнуть что-то такое. Московское трио «Пассаж» отправилось во всероссийский тур в поддержку пластинки «Бессрочный отпуск». Я хочу показать обложку этой пластинки. Я только молю Бога об одном, чтобы я держал ее правильно сейчас. Ну и мой друг Алексей Джигурда из группы Trend выпустил сольный акустический альбомчик из 10 треков. Называется он My Stories, песенки на нем душевные, миленькие, преимущественно коротенькие. Мое фото в сторис, чтоб напомнить о себе всем твоим друзьям, только не тебе, не хочу, чтоб ты писала, не хочу тебе звонить, лучше поскорей меня забыть. Кстати, Алексей с этими песнями, так же как и группа «Игрушки», которые будут презентовать альбом «В себе», «Свобода важнее моды» и Саша Промонова из «Not Single Break», вы сможете увидеть и услышать 19 апреля в московском клубе «Life Stars». Мы всех очень ждем. Ну и как обычно, пишите в комментарии, какие новости сегодня, возможно, не поместились, но вы хотели бы о них услышать в Наумерсе Радио Шорт Ньюс. Пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо.